Добрый день, уважаемые педагоги! Здравствуйте, наши любимые учителя! С огромной радостью и уважением приветствуем вас накануне профессионального праздника Дня Учителя! Это профессиональный праздник всех учителей, преподавателей, воспитателей, мастеров и работников сферы образования. День, в который отмечается роль и заслуги педагогов в процессе качественного образования на всех уровнях, а также их неоценимый вклад в развитие общества. Октябрь уже пришел, а это значит, поздравить нам пора учителей. Сегодня праздник профессиональный у самых многодетных из людей. Желаем вам почаще улыбаться и не краснеть за школьных шалунов, в профессии блистать и развиваться, любить и жаловать своих учеников. Желаем вам почета, вдохновения, гореть в работе, но не выгорать, любви и счастья на домашнем фронте и ярко, но отлично отдыхать. Букеты яркие в руках, радость за спиной, Новый год учебный, мы идем с тобой. На линейке во дворе школьники галдят, девочек за бантики, робко не ребят. Зазвенел звонок, ждет детей урок, первым будь всегда с днем учителя. Школа — это детство, классные друзья, первые победы с днем учителя. Школа — это детство и учителя, школа — это праздник с днем учителя. Школа — это праздник с днем учителя. Учу легко, и все здесь мои друзья. Школа — наш аэродром, вверх, вперед, мечтам. Для какой звезды лететь, ты решаешь сам. Зазвенел звонок, ждет детей урок, первым будь всегда с днем учителя. Школа — это детство, главные друзья, первые победы с днем учителя. Школа — это детство и учителя. Слушайте сердцем в эти звуки, что дороги нам. Всем, что связано с юностью, детством, мы обязаны учителям. Ни вчера, ни сегодня, ни завтра не погаснет той веры свеча. Без учителя нет космонавта, инженера, поэта, врача. Вы душою всегда молодые, труд и радости с нами деля. Наши строгие, наши родные, терпеливые учителя. Александр Иванович, просим вручить награды. Почетная грамота Ивлевского районного исполнительного комитета за достигнутые успехи в обучении и воспитании подрастающего поколения. Высокое профессиональное мастерство награждается. Никольская Людмила Генриховна, учитель начальных классов Ивлевской средней школы. Председателя Ивлевского районного исполнительного комитета за достигнутые успехи в обучении и воспитании подрастающего поколения. Высокое профессиональное мастерство вручается Петраш Терезе Станиславовне, заместителю директора по воспитательной работе Бобровического детского сада средней школы. По
Почетной грамотой Ивевского районного совета депутатов за достигнутые успехи в обучении и воспитании подрастающего поколения, многолетний плодотворный труд в системе образования награждается Шмык Тареса Эдуардовна, учитель русского языка и литературы Бакштовского детского сада средней школы. Благодарственное письмо председателя Ивевского районного совета депутатов за достигнутые успехи в обучении и воспитании подрастающего поколения, многолетний плодотворный труд в системе образования вручается Авижич Наталье Геннадьевне, воспитателю дошкольного образования Дошкольного центра развития ребенка, город Иве. Спасибо, Александр Иванович. Ты всегда со мною, я поделюсь с тобой одною, и еще шепну тебе на ушко, ты моя ближайшая подружка. Мы четыре ножки, по одной идем с тобой дорожки. Если что, всегда готовы к бою, подушка готова у нас с тобою. Мы словно две половинки одной красивой и веселой картинки. Мы две снежинки, без устри, две снежинки, что пролетает так легко. Смеемся вместе и плачем, мы никогда уже не сможем иначе. И на дорогу светит солнечный зайчик, мы ваше место облаков. Лишь одно смущает, нас в этом ребята встречают. Им задачи трудно не осилить, кто из нас умнее, кто красивей. Но мы скажем честно, нам так хорошо на свете вместе. Что уж если любит, и то знайте, замуж нас обеих забирайте. Мы словно две половинки на красивой и веселой картинке. Мы две снежинки, две звезды, две снежинки, что пролетают так легко. Смеемся вместе и плачем, мы никогда уже не сможем иначе. И нам дорогу светит солнечный зайчик, для ваших мест до облаков. Две половинки одной красивой и веселой картинки. Мы две смешинки, две звезды, две снежинки, что пролетают так легко. Смеемся вместе и плачем, мы никогда уже не сможем иначе. И нам дорогу светит солнечный зайчик, промашив между облаков. Словно две половинки одной красивой и веселой картинки. Мы две снежинки, две звезды, две снежинки, что пролетают так легко. Смеемся вместе и плачем, мы никогда уже не сможем иначе. И нам дорогу светит солнечный зайчик, прорвавшись между облаков. Мы словно две половинки одной счастливой и веселой картинки. Эти слова как нельзя подходят для наших педагогов и их учеников. Да, согласна. Только совместная работа педагога и его учащихся, взаимопонимание дают отличные результаты. Обучение в школе для детей становится не в тягость, а в радость. Слово предоставляется Хомко Елене Николаевне, начальнику отдела образования Ивевского районного исполнительного комитета. Где широкий нём он проливает свет.
дерево шепчет тонкими ветвями. В городах и селах равнодушных нет, кого зовут учителями. Сентябрь бегут за сентябрями, каждый день мы входим в школьный класс. Жизнь свою мы детям посвящаем, каждый ее миг, каждый ее час. И на нашей славной Ивьевской земле педагогов много очень разных. Воспитать и дать образование для каждого, конечно, важно. Сентябрь бегут за сентябрями, каждый день мы входим в школьный класс. Жизнь свою мы детям посвящаем, каждый ее миг, каждый ее час. Часто мы горды учениками, радуемся искренне всегда за них. Это благодарность, знаем сами, часть своих сердец вложили в них. Сентябрь бегут за сентябрями, каждый день мы входим в школьный класс. Жизнь свою мы детям освещаем, каждый ее миг, каждый ее час. Сентябрь бегут за сентябрями, каждый день мы входим в школьный класс. Жизнь свою мы детям посвящаем, каждый ее миг, каждый ее час. Детям посвящаем каждый ее миг, каждый ее час. Каждый ее миг, каждый ее час. По замечательной традиции, в первую неделю октября в наши двери стучится профессиональный праздник – День Учителя. Этими осенними днями вы, уважаемые коллеги, принимаете поздравления от сегодняшних учеников и тех, кто давно уже окончил школу, но помнит и чтит людей, подаривших им свет знаний. Примите самое теплое и сердечное поздравление с Днем Учителя и от отдела образования ИСК райисполкома. В этот день хочется выразить особую благодарность за вашу непростую работу, за ваше терпение и доброе отношение к своим ученикам. Общество всегда было очень требовательным педагогом. Обладать всей полнотой знаний, быть тактичными и мудрыми, приветливыми и снисходительными, носителями духовности и нравственных начал. Современный учитель, он и оратор, и режиссер, и сценарист, и воспитатель, и... Таких им можно перечислять до бесконечности. Учитель сегодня не просто человек, дающий знания, а тот, кто учит учиться новому и адаптироваться в быстро меняющемся мире. Уходят прошлые бумажные дневники и ведомости, появляются электронные журналы и дневники, но остается человеческое общение, педагогический такт. От отношения педагога к детям зависит очень и очень многое. Сколько труда и терпения нужно, чтобы из маленьких, непоседливых детей выросли умные, стремящиеся к своей цели люди. Справедливо сказано, писатель живет в своих произведениях, художник в картинах, скульптор в скульптурах, а учитель живет в мыслях, поступках и делах своих учеников. Какое же огромное сердце нужно иметь, чтобы изо дня в день, из года в год раздавать его детям. На Иве еще немного талантливых и неравнодушных педагогов. В городских и сельских школах, детских садах, Центре творчества детей и молодежи, социально-педагогическом коррекционном центрах. Везде чувствуется любовь к своему делу и творческий подход. Мир становится ярче благодаря вашему ежедневному кропотливому труду, дорогие коллеги. Благодаря профессионализму, терпению, любви к своему делу и детям вы прокладываете ученикам и воспитанникам дорогу в жизнь.
Желаю вам доброго здоровья, личного счастья, бодрости духа, новых свершений, творческого вдохновения, взаимопонимания в коллективах, прилежных учеников и благодарных родителей. Пусть денежных купюр в вашем кошельке будет намного больше, чем непроверенных тетрадок на столе. И, конечно, желаю, чтобы вы всегда были в хорошем настроении. Богатым украшением нашего района являются ветераны педагогического труда, которые всю свою жизнь посвятили сложному, важному и благородному делу – воспитанию и обучению молодого поколения. Вечной молодости, оптимизма, отличного настроения хочу пожелать вам, уважаемые ветераны. Держите дальше активную жизненную позицию и всегда шагайте в ногу со временем. Низкий поклон вам за труд и терпение, за теплоту вашей светлой души. Елена Николаевна, просим вручить награды. Грамоты Министерства образования Республики Беларусь за добросовестный плодотворный труд, достигнутые успехи в обучении и воспитании подрастающего поколения награждаются. Городович Марина Ивановна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Бакштовского детского сада средней школы. Крумина Ирина Станиславовна, учитель начальных классов Ивлевского яслей сада начальной школы. Лукша Жанна Романовна, учитель биологии Гераневской средней школы. Почетной грамотой Главного управления образования Гродненского областного исполнительного комитета за успехи в обучении и воспитании подрастающего поколения профессиональное мастерство награждаются Иванова Светлана Николаевна, библиотекарь Субботницкой средней школы. Писецкая Людмила Ивановна, учитель начальных классов Субботницкой средней школы. Грамотной Главного управления образования Гродненского областного исполнительного комитета за успехи в обучении и воспитании подрастающего поколения профессиональное мастерство награждается Миса Галина Ивановна, учитель начальных классов Ивневской средней школы. Пищик Людмила Вацлавовна, учитель-дефектолог Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации города Ивне. Почетной грамотой отдела образования Ивлевского районного исполнительного комитета за успехи в педагогической деятельности, высокое профессиональное мастерство, многолетний плодотворный труд в системе образования награждаются Арефьева Валентина Вацлавовна, учитель немецкого языка и Рутишковского яслей сада средней школы. Горбаченко Алла Евгеньевна, учитель-дефектолог Трапского яслей сада средней школы. Жуковская Ирина Казимировна, учитель начальных классов Лепнишковского детского сада средней школы. Жижич Анна Яновна, учитель белорусского языка и литературы Жимыславского детского сада базовой школы. Инварович Анна Петровна, учитель физики гимназии номер 1 города Ивье. Алена Анатольевна, учитель обслуживающего труда, социальный педагог Эгердовского детского сада средней школы. Лукша Жанна Прокопьевна, учитель-дефектолог Юратишковского яслей сада средней школы.
Алексеевич Евгений Анатольевич, учитель физической культуры и здоровья Эгердонского детского сада средней школы. Макар Игорь Николаевич, учитель физической культуры и здоровья Геронёвской средней школы. Паршенкова Инесса Францевна, методист Ивевского учебно-методического кабинета. Перхальская Ольга Ярославовна, учитель биологии, химии Жемыславского детского сада базовой школы. Савицкая Галина Ивановна, учитель белорусского языка и литературы, русского языка и литературы Лилюкинского детского сада средней школы. Савицкая Людмила Леонардовна, учитель информатики Юра Тишковского яслей сада средней школы. Сосновская Наталья Осиповна, учитель русского языка и литературы Геронёвской средней школы. Смагур Анна Ивановна, учитель начальных классов Травского яслей сада средней школы. Станкевич Наталья Иосифовна, учитель белорусского языка и литературы Бобровического детского сада средней школы. Тулько Елена Фабиановна, воспитатель дошкольного образования Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации города Иге. Но Галина Николаевна, педагог дополнительного образования Ивлевского районного центра творчества детей и молодежи. Елена Мацлавовна, учитель-дефектолог Чернельского детского сада базовой школы. Юкневич Алина Вячеславовна, учитель начальных классов Лепнешковского детского сада средней школы. Кунов Андрей Владимирович, учитель физической культуры и здоровья Лепнешковского детского сада средней школы. Радуют своими успехами начинающие педагоги. Наши молодые специалисты, которые в профессии всего лишь третий год. Виртуальную книгу почета молодых специалистов системы образования Гродненской области по итогам 2 лет работы занесена Юркевич Наталья Иосифовна, учитель биологии и химии Бобровического детского сада средней школы. Пополнилась именами молодых педагогов и виртуальная книга почета молодых специалистов системы образования Ивевского района. Действительно успешный старт у молодых педагогов. Елена Николаевна, просим вас также вручить свидетельство о занесении в виртуальную книгу почета молодых специалистов района. Свидетельство о занесении в виртуальную книгу почета молодых специалистов системы образования Ивевского района вручается Кишкелю Павлу Витальевичу, учителю истории и обществоведения государственного учреждения образования, учебно-педагогический комплекс Лепнешковский детский сад, средняя школа. Петраш Марии Иосифовне, учителю математики Государственного учреждения образования, учебно-педагогический комплекс Лилюкинский детский сад, средняя школа.
Шакелю Евгению Леонидовичу, учителю физики, информатики и астрономии Государственного учреждения образования Субботницкая средняя школа. Шемит Марии Леонидовне, учителю начальных классов Государственного учреждения образования, учебно-педагогический комплекс «Трапский сад», средняя школа. Юркевич Наталье Ивановне, учителю биологии и химии Государственного учреждения образования, учебно-педагогический комплекс «Бобровичский детский сад», средняя школа. Спасибо, Елена Николаевна. Уважаемые педагоги, принимайте поздравления от ваших учеников. Ветераны, те, кто на заслуженном отдыхе, и те, кто передает свою педагогическую вахту. Ваши знания, мудрость и опыт лишь примером послужат другим. Все по вами проложенным тропам будут смело идти как один. Слово предоставляется председателю районной организации Белорусского профсоюза работников образования и науки Станиславовне Захар. Шановні наставники, вихователі, ветерани педагогічної праці і присутнічаючі, наближається наше професійне свято. Свято не тільки наставників, свято усіх присутнічаючих тут, тому що кожен з нас має ніяке дочинення до школи. Праця наставника – це справді унікальна. Унікальність її у тим, що тільки раз некалькі год, а може раз некалькі десятків год ви побачите плоди своєї праці.
вы увидите выники своей работы. Дозвольте мне подяковать вам за ваш таки тяжкий, але таки, за вашу такую тяжкую, але такую потребную працу. Подяковать за вашу отданность высоким идеалам эдукации, за ваше терпение, шановные наставники. Дозвольте мне пожадать вам моцного здоровья, счастья, пожадать семейного счастья, добробыту и, вядома ж, достойной оплаты вашей працы. Со святом вас, поважанные наставники. С днем наставника. Станислава Станиславовна, просим вручить награды. Почетные грамоты Ивевского районного комитета Белорусского профсоюза работников образования и науки за добросовестный труд и значительный вклад в защиту социально-экономических прав и законных интересов членов профсоюза награждается Горбач Галина Францевна, бухгалтер отдела образования Ивевского районного исполнительного комитета. Учителем – это высокое призвание, особый талант. Вы даете своим воспитанникам знания, прививаете им высокие нравственные понятия чести и достоинства, добра и справедливости. Открываете перед каждым огромный мир с выбором тысячи жизненных дорог. Профессия учителя удивительно сочетает в себе молодость души и мудрость слова. Каждодневный нелегкий труд и ежедневный праздник победы знаний. Нет для учителя большего счастья, чем успехи своих учеников. Пусть они всегда радуют и вдохновляют вас. Через много лет нам нужен будет ваш
совет, чтоб школьных окон помнить свет. Возьмите в детство на билет учитель, наук самых важных хранитель. И словно второй наш родитель, он детство по жизни ведет. День учителя – праздник скромный, без парадов и без торжеств. Только счастлив весь мир огромный, что учитель на свете есть. Делать много открытий новых, вдохновляйте вы детей. Мы желаем вам самых добрых, самых ярких и светлых дней. Уважаемые педагоги, пусть этот праздничный день приносит вам массу положительных эмоций, теплые поздравления и пожелания от ваших учеников. Крепкого вам здоровья, оптимизма, творческих успехов и благополучия. Хорошее настроение вам дарят солисты Государственного учреждения культуры Гродненская областная филармония. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые учителя! В день осенний, когда за окном первые холода, мы все празднуем великий праздник – День Учителя. День мудрости, день знаний, терпения и опыта. Конечно же, этот праздник касается, безусловно, всех и каждого. Потому что каждый из нас, неважно, кто ты – врач, водитель или же артист, обязательно каждый из нас – чей-то бывший ученик. И сегодня, дорогие учителя, все то, что происходит на этой сцене, все слова поздравлений, благодарности, все музыкальные подарки – только для вас, только в вашу честь. И в ближайший час именно мы, артисты Гродненской областной филармонии, будем создавать для вас хорошее настроение. Потому что кому как не нам известно, нам, бывшим ученикам, мы знаем, как важно ваше хорошее настроение. Итак, встречайте, вас поздравляет солист Гродненской областной филармонии Александр Волынский. Солнце взойдет.
Спасибо, с праздником! С праздником, дорогие учителя! Для вас звучит вторая песня. Восточная песня. Подарок вам дарит солистка филармонии Елена Быстрова. Вот он день последний, лето близится, сентябрь скоро. На столе цветы, газеты, за столом поток историй. Голос твой плетет узоры, воздух только им наполнен. Из порожнего в пустое стало скучно мне с тобою. Легкой джазовой походкой от тебя ушла я в осень. Ты назвал меня воровкой, я тебя случайным гостем. Мимо нас любви приметы, вечер вновь пошел на смарку. Стали более заметны в жизни личной все помарки. С виду все как будто гладко, ждешь какого-то момента. Я беру манто и шляпку, оборвалась кинолента.
воровкой. Я тебя случайным гостем, легкой джазовой походкой от тебя ушла я вовсе. Ты назвал меня воровкой, я тебя случайным гостем. Я плюс ты надежды в россыпь, между нами много фальши. Август, джаз, большие звезды чертят мне дорогу дальше. Просто все сложилось просто, вдруг в одно большое сложно. За тобой спешу, мой поезд, оказался вызов ложный. Елена Быстрова. Спасибо. Работа у артиста, который выйдет сейчас на эту сцену, такая же тяжелая, как и ваша. Только в его случае она тяжелая в прямом смысле этого слова. Потому как баян, музыкальный инструмент, на котором он играет, знаете, весит вполне себе так прилично. И в целом мы привыкли, что учителя знают все обо всем. А знают ли учителя, какого веса может достигать этот самый музыкальный инструмент? Сколько? Где-то, ну, в общем-то, вы нас не разочаровали. Учителя здесь самые умные, самые лучшие, самые достойные. Действительно, он может весить до 15 килограмм. Более того, стоимость его может достигать примерно такой же цифры и исчисляться не в белорусских рублях, а в долларах. А, ну что ж, итак, самый дорогостоящий в таком случае номер нашей концертной программы и Евгений Сафонов. Встречайте. Thank you.
Евгений Сафонов. Немного потанцуем, и страстные танго вам дарят артистки театра танца. Дамы и господа, вас поздравляет Ольга Богданович. Падает в садах листва, и куда-то все спешат такси. Только пусто на земле одной без тебя, а ты летишь, и тебе дарит звезд. Как же пусто было на земле, и когда летал Экзюпери, так же падала листва в садах, и придумать не могла земля, как прожить ей без него. Спасибо.
Однажды учитель спросил у своих учеников, показав им белый лист бумаги с черной точкой посередине. Он спросил у них, что вы видите здесь? Кто-то из них ответил, я вижу черную точку. Остальные покивали головой, сказали, да, 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 это именно так. А учитель спросил, а посмотрите, что еще вы здесь видите? Они думали, и один из них сказал, нет, это не просто черная точка, это маленькая черная точка. Все опять-таки согласились, сказали, да, здесь есть маленькая черная точка. Учитель сказал, ну действительно, вы большие молодцы, вы все увидели здесь маленькую черную точку, но никто из вас не увидел здесь белый лист бумаги. Это говорит о том, что мне еще есть чему вас научить. И действительно, я уверена, что ваших знаний хватит, ну, на всех учеников. У вас огромный багаж знаний, и делитесь этими знаниями с ними, и делитесь опытом и мудростью, которая им так нужна, собственно, тем, что не прочтешь ни в одном учебнике. Ну а мы, артисты, будем продолжать делиться с вами нашими музыкальными подарками. И следующий вам преподносит Елена Быстрова. Ни к чему усложнять нам минуты, задержи на мгновение дыхание, обними тех, кого любишь, это все, что имеет смысл. Не волнуйся и просто будь счастлив, танцуй, слушая музыку, ведь все, что тебе нужно, есть у тебя уже. Люби меня дольше, люби меня крепче, как я тебя. И мы будем вместе с тобой, будем вместе, любовь моя. Невесомости я касаюсь, отбиваюсь от земли. Мы с тобой нашли друг друга, я и ты. Доброе утро, делай то, что тебе нравится, и отдай все, если нужно, это то, что имеет смысл. Не волнуйся и просто будь счастлив, танцуй, слушая музыку, ведь все, что тебе нужно, есть у тебя уже. Люби меня дольше, люби меня крепче, как я тебя. И мы будем вместе с тобой, будем вместе, любовь моя. Невесомости я касаюсь, отрываюсь от земли. С тобой нашли друг друга, я и ты. Что тебе нужно, есть у тебя уже. Люби меня дольше, люби меня крепче, как я тебя. И мы будем вместе с тобой, будем вместе, любовь. Отрываюсь от земли. Мы с тобой нашли друг друга, я и ты.
Спасибо. Эй, моряк! Нам бы все на дно. Там бы пить вино. Там под океаном мы трезвы или пьяны, не видно все равно. Эй, моряк, ты слишком долго плавал. Я тебя успела позабыть. Не тебе морской по нраву дьявол. Его хочу любить. С якоря сниматься по местам стоять. Там на румбе так держать. Дьяволу морскому везем бочонок рому. Ему не устоять. Эй, моряк, ты слишком долго плавал. Я тебя успела позабыть. Эй, тебе морской по нраву дьявол. Его хочу любить. Дьявола морского Истиандром звать. Он умеет плавать и нырять. А болван Зурите на своем корыте хотел его поймать. Там бы пить вино. Там под океаном мы трезвы или пьяны, не видно все равно. Эй, моряк, ты слишком долго плавал. Я тебя успела позабыть. Эй, тебе морской по нраву дьявол. Спасибо! Встречайте непревзойденный дуэт Александр Волынский и Елена Быстрова. В книжке телефон старой, где воспоминания живу. Стертые странички я листаю, все, кто мне был дорог, тут как тут. Вот и ты, проходи, садись вот здесь поближе. Загляни мне в глаза. Спроси о чем-нибудь, и я скажу тебе, что все в моей судьбе сложилось хорошо. Чего желать мне еще? Но порой ты со мной, опять со мной так зримо, что мне кажется, будто вернулись ушедшие дни. И во сне шепчешь мне, ты шепчешь мне, любимый, почему же так долго ты мне не звонишь?
пришел, но на меня не смотришь, не подашь мне руки, не спросишь, как дела, мы оба старина, не спили боль до дна, стряхни обиды, брат. Спасти былую нашу дружбу можно только сквозь долгие годы взглянув на себя. Погоди уходить, поговорить нам нужно. Знаешь, все эти годы мне так не хватало. Спасибо. Елена Быстрова. Александр Волынский. Немного Парижа, немного вальса, немного хорошей музыки вам дарит виртуоз игры на баяне Евгений Сафонов. Знакомую песню споем вместе с Александром Волынским. Я
всякий без красных дипломов занял общее я место свое. Я не красавчик, чтоб все с ума сходили, да и не сходят, это даже веселей. Но девочки всегда во мне чего-то находили, не знаю, что на девочке видней. Я не красавчик, чтоб все с ума сходили, да и не сходят, это даже веселей. Но девочки всегда во мне чего-то находили, не знаю, что на девочке видней. Этим я поделился секретом, первый раз, первый раз, первый раз. В каждом зале и в этом я надеюсь, подруги, на вас. Я не красавчик, что все с ума сходили, да и не сходят, это даже веселей. Но девочки всегда во мне чего-то находили, знаю, что на девочках видней. Я не красавчик, что все с ума сходили, да и не сходят, это даже веселей. Но девочки всегда во мне чего-то находили, не знаю, что на девочках видней. Красавчик, чтоб все с ума сходили, да и не сходят, это даже веселей. Но девочки всегда во мне чего-то находили, не знаю, что на девочках видней. Знаю, что на девочках видней. Знаю, что на девочках видней. Спасибо. Я просто еще одну песню буду петь, поэтому остался на сцене.
поднимаемся на волну праздника. И, конечно же, на волну счастья, любви и хорошего настроения. Я волну свою включаю, ты настройся на меня. Я волну свою поймаю, засеку будто в тебя. Я волну свою включаю, ты настройся на меня. Спасибо! Продолжаем в таком же отличном настроении еще немного зажигательного джаза. Самого лучшего вам желает Ольга Богданович. Солнце ярче, чем на Мадагаскаре, чтоб на Сталин жили, чтоб горя не знали, и чтобы ваши дети вас радовали. Ваша вся родня. Желаю, чтобы все были здоровы, и чтобы над вами сияло солнце ярче, чем на Мадагаскаре, чтоб до Сталин жили, чтоб горя не знали, и чтобы ваши дети вас радовали. Лай-ла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 
глазок.